Всем привет, всем привет, всем привет. Единственный минус – это если сейчас кто-то придет домой, я не смогу ему сразу открыть дверь. Вот. Дверь я закрыл, потому что вдруг мало ли кто-то зайдет. Человек не посвященный в мои ASMR дела. А тут я такой сижу и руки брею. И скажу, да, я такой, Алексей, что ты делаешь? Скажу, я брею руки, все нормально. Что вы не бреете, разве руки или что? Такое бывает. Сейчас я, наверное, немножко по-другому поставлю микрофон. Второй, который должен записывать как раз звуки пенки. Сейчас. Ну, вот так будем делать. Я надеюсь, вам слышно. Я надеюсь, вам слышно звуки пенки. Потому что, если нет, то я это все делаю зря. Размазывать ее, сделать всякие манипуляции. Может быть, даже такие звуки. Кстати, в пенке очень тепло. В общем-то, возможно, в будущем будет какой-то... Будет какая-то специальная пена, которую можно будет нанести на руки. И тебе не нужны будут перчатки. Это такой выйдет.
Слайм у нас не получился, а жаль, потому что пена очень мягенькая, конечно. Было бы круто, если бы что-то получилось, но в следующий раз обязательно. Я думаю, что у нас все получится в следующий раз обязательно. Ну а теперь вот такие вот пенные звуки. Надеюсь, что вам что-то слышно. Сейчас это не забрызгать микрофоны пеной, потому что микрофоны дорогие. Вот. Возможно, в будущем я куплю какой-нибудь микрофон, который можно будет использовать вот как раз таким образом, там что-то на него наматывать и так далее. Я подозреваю, что это будет что-то вроде Zoom H1 или... В общем, такого какого-нибудь дорогого микрофончика, который будет небольшой по своим габаритам, и который можно будет как раз, не знаю, там перемотать каким-нибудь уплотнителем, чтобы он не пропускал влаги, и где-то, например, не знаю, утопить его. Сейчас подозреваю, что вы сейчас смотрите уже на... Хотя нет, она еще записывает. Надеюсь, что она не перегреется. Вот, я думаю, что, конечно, максимум, что может случиться, это она выключится, скорее всего. Вот, что, скорее всего, и произойдет.
Вот и все, друзья, наши соседи сказали, что, пожалуй, хватит нам записывать видосы. И пока они не начали сверлить конкретно, я желаю вам сладких снов, друзья, и всем пока.